и любовь да умножится. Да, да, да. Приветствую всех тех, кто сейчас смотрит меня через спутник. Я вижу, сейчас у спутника пошло изображение. Приветствую всех тех, кто меня смотрит через интернет. Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам, мир вам, драгоценный. Я Максимов Максим, и это наша Академия Духа Святого. Мы начинаем вместе наш, продолжаем нашу тему. У нас большая объемная тема. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу сказать, скоро приходит нам праздник Пасхи. Пасхи. Потрясающий праздник Воскресения Иисуса Христа Мы радуемся вместе и благословляем Его Святое Имя Кстати, вы можете присоединиться к нам и смотреть меня через домверы.ру Если кто смотрит меня со спутника А если вы смотрите со спутника, включите интернет, нажмите домверы.ру И вы окажетесь в зоне, где вы можете мне задавать вопросы Приветствую всех, всех, кто меня смотрит через дом веры Дорогие мои, у нас скоро Пасха У нас потрясающий праздник Пасхи мы радуемся вместе, и у нас будет на Пасху особенное действие, мы будем приносить специальное семя, семя воскресенья с благодарением, пасхальное семя. Если вы желаете, вы можете участвовать, поблагословлять. Я не знаю, как у вас, но мы в Алмате постоянно делаем семя воскресенья, пасхальное семя, мы сеем на на для Господа мы сеем пасхальное семя с благодарением. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста, 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 драгоценные мои, пусть Бог благословит вас и вы можете посеять ваши семена, семена воскресения. Приветствую вас, дорогие мои. Хочу поблагодарить. Я посмотрел и мы собираем на камеру и собираем на камеру, и мы уже собрали с вами, ого, мы уже собрали хорошую сумму, мы уже собрали 2000 долларов, и плюс еще нам передали многие люди отдельно, где-то уже 2800, если быть точным, потому что некоторые люди перечисляют другими методами, где-то 2800, нам всего лишь-то осталось, осталось где-то 700 долларов собрать, и но мы будем покрыты, и мы сможем приобрести камеру. Не буду приобретать камеру, пока не соберем всю сумму. Даже если потребуется три года на это. Поэтому благодарю вас, благословляю. Вы можете пройти на наш сайт, на, не наш сайт, а вот сайт сбора gofundme.com от 3.org и там вы сможете посеять ваши семена. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Господь достоин хвалы, драгоценные. Мир вам и любовь да умножится. Благословляю вас. Я Максим Максим. Добро пожаловать в нашу программу, в Академию Духа Святого. Сегодня мы будем продолжать нашу тему. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. И хочу, чтобы сегодняшнее слово поселось в ваших сердцах. Мы с вами говорили о принципах успешной христианской жизни Мы с вами говорили о принципах Как христианская жизнь может быть успешной И сегодня я хотел бы поговорить с вами Драгоценный э, прошлый раз Мы затронули тему э, Тему э, о милосердии, милости Что мило, человек милосердный будет благословляем А тот, кто закрывает уши от бедного Тот и сам вопить будет Кто отводит глаза, то, тот сам страдать будет Другими словами, мы замечаем в Писании что Бог очень четкую позицию ставит. И твое отношение к милосердию, пожертвованию, участию в Божьему делу определяет благос... уровень благословения в твоей жизни. Я просто напомню слова, которые мы вчера читали. Мы читали с вами, что чтобы мы были щедры, общительны. Посмотрите, мы читали, дающий нищему не обеднеет. Притча 28 глава, 27 стих. Дающий нищему не обеднеет. Притча 28, 27. Притча 19, 17. Благотворящий бедному дает займы Господу. Притча 22, 9. Милосердный будет благословляем. Потому что дает бедному от хлеба своего. Другими словами, мы все эти места проходили, а к 1021-13 написано: кто затыкает ухо свое от вопля бедного, сам попить будет. Очень четкая позиция. Мы говорим, что нам нужно уклоняться от зла и делать добро. Научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного. защищайте. Мы все это прочитали с вами. Вы знаете, вот это делать добро да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, будет делать добро всем, а наипаче своим по вере. И мы подошли к моменту, где мы говорили о том, что воскресение женщины произошло по причине ее добрых дел. Она делала, ну давайте посмотрим Деяния апостолов. откройте, прочитаем большой, большой блок из Библии, откройте Деяния апостолов, 9 глава, и я буду читать с 36 стиха. Пожалуйста, Деяния апостолов, с 9 глава, с 36 стиха. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел. Она была исполнена добрых дел. Аллилуйя. И творила много милостыни. Она не только, послушайте, она делала добрые дела, которым Господь нас призвал, но она еще и творила милостыни, то есть она жертвовала, участвовала. Она была исполнена добрых дел. Случилось все дни, что она занемогла и умерла. Вот так случается. Просто мы иногда занемогаем и умираем. А мыли ее и положили в горницу А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. Когда прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами представили перед ним, предстали перед ним, показывая рубашки, трясли рубашками и платьями, которые делала серна, живя с ними. Петр встал и выслал всех вон, всех плакальщиц выслал вон. Вот, вы знаете, мой совет. Вышли плакальщиц вон. Вон! Вышли плакальщиц. Они но ну, он сейчас будет делать чудеса. Почему он не оставил их и сказал, ну ладно, вы плачете, вы такое доброе дело делаете. Он вызвал их вон, он всех плакачет, выслал вон. И, преклонив колени, помолился. Он приклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: Тавифов, встань! А она открыла глаза своим и увидела Петра и села. Он подал ей руку, подняв ее призвав святых и вдовиц, представил ее перед ними живою. Аллилуйя. Одна из причин, почему эти плакальщицы и все трясли перед Петром, она была исполнена добрых дел и милосердия. Быть милосердным – это очень хорошо. Вы знаете, на телеканале CNL у нас есть программа «Милосердие». И мы, CNL «Милосердие», CNL «Благотворительность», мы делаем благотворительные вещи. Мы приходим, помогаем разным людям. И мы служим. Кому-то уголь привезем, кому-то еще что-то. И когда, знаешь, вот это показываешь кадры людей, как, что происходит с ними, в этот момент ты видишь, как жизни людей тают. Когда они переживают на себе особенную любовь. Знаете, милосердие, когда ты должен, это не милосердие, это рабство. Милосердие, когда ты хочешь, это, это настоящая, настоящая жертвенность. Если кто-нибудь тебя вынуждает, ты должен мне помочь, ты должен мне помочь, ты должен мне помочь, у тебя никогда не будет от этого радости, когда тебя вынуждают. Когда ты делаешь это изнутри, с желанием происходят чудеса. Чудеса происходят. А, когда мы читали про Корнили, Корнили, а, его ангелы пришли в движение по причине того, по причине того, что а, он был милосердный и много молился. Бог послал ангелов, посылает ангелов и к корнилию, чтобы они принесли ему весть, по причине того, что Корнилий, Корнилий творил много милостыни. Это, это очень потрясающая история Деяния апостолов глава, 10 глава, 1 стих И там написано, что в Кесарии Был некоторый муж именем Корнилия. Он был офицер, сотник из полка, называемый итальянц Итальяшка, благочестивый Боящийся Бога, со всем домом своим творивший Много милостыни народу И всегда молящийся Богу Он в не видел Около девятого часа дня Девятый час дня, это три часа дня По-нашему, ангела Божия Который вошел к нему и сказал, Корнелий он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что Господи? Он сказал ему ответ, молитвы твои и милости твои пришли на память перед Богом. Потрясающе. Молитвы твои и милости не пришли на память перед Богом. Бог вожили перед ним. А твои молитвы принес, привезли, и он посылал меня. Представьте, вот, это, вот эта история. Ангелы пришли в движение из-за жертвенности и молитвенного состояния. Аллилуйя. Давайте прочитаем Притчи 11 главу. Откройте, пожалуйста, Притчи 11 главу. И будем читать там 17 стих. Пожалуйста. Притчи 11 глава. 17 стих. Человек милосердный, что делает? Благотворит душе своей. Не чужой душе. Когда ты делаешь милосердие, ты благотворишь своей душе своей, очень важный момент, не чужой своей душе. Человек милосердный благотворит своей, душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Вы жестокосердный, вы, у вас нет сострадания, вы разрушаете свое тело, вы разрушаете свою жизнь, вы рушите себя. Милосердный будет благословляем, а, милосердный будет воскрешаем. Милосердному придут ангелы, жестокосердный разрушает плоть свою. У вас есть выбор, быть милосердным или жестокосердным. Милосердный Благотворит себе, когда ты кому-то помогаешь, ты помогаешь себе. А жестокосердный, он разрушает плоть свою. Потрясающие, потрясающие слова. И 11 глава, та же глава, только стих 24. Вот здесь посмотрите. Очень важный момент та же глава, только стих 24. Иной, это вообще очень сильный стих, я думаю, что вам нужно выделить его в особенную, в особенную группу. Иной сыплет щедро. Некоторые сыплют щедро. И ему, тому, кто щедро сыплет, еще прибавляется. Человек, который сыплет щедро, ему прибавляется. Другой. Сверх меры бережлив, однако же, что там? Беднеет. Иной сыплет щедро, ему прибавляется, другой бережливый, однако же, беднеется. И следующий стих. Благотворительная душа, 25 стих, будет насыщена. И кто напояет напаяет других, тот и сам напоен будет. Вообще закон есть, закон зеркала. То, что ты отправляешь, то ты получаешь. Если ты хочешь, чтобы тебя цитировали, цитируй других людей. Если ты хочешь, чтобы тебе хорошо говорили э, со стороны, ты говори о других со стороны. Если ты хочешь, чтобы тебя благословляли, благо, если ты хочешь, чтобы за тебя молились, молись за других. Если ты хочешь, чтобы тебя помнили, помни других. Если ты хочешь, чтобы тебе дарили, дари другим. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали, понимай других. Если ты хочешь, чтобы тебе звонили, звони другим. Если ты хочешь, чтобы... Э, а тебе отзывались хорошо, отзывайся о других хорошо. Если ты хочешь, чтобы тебя рекомендовали, рекомендуй других людей. Если ты хочешь, чтобы тебе финансы поддерживали, поддерживай других людей. Это закон зеркала. Ты рефлектуешь то, что ты создаешь. Ты получаешь обратно то, что ты отпускаешь. Поделись улыбкаю своей, и она к тебе не раз еще вернется. А почему вы сейчас улыбаетесь? А закон зеркала. Вы знаете, когда мы с вами а, смотрим на улыбающего человека, мы тоже улыбаемся. И в ответ идет улыбка. Посмотрите, вот я улыбаюсь. А вы улыбаетесь. Я вижу вас. Это отражается на меня, а, и я еще больше улыбаюсь. Другими словами, это закон зеркала. Если ты выйдешь с кулаком и сейчас я тебе дам, ты увидишь другой кулак навстречу. Если ты увидишь открытое милосердное сердце, на, ты отдаешь милосердие, получаешь милосердие. Это закон зеркала. Ты а, получаешь в своей жизни ровно то, что ты отправляешь из своей жизни. Ни больше, ни меньше. Ты отправляешь одно. А получаешь то же самое обратно. Многие люди отправляют негодование, ропот, возмущение, что происходит? И в надежде, что им так это... да, да, что их будут любить, понимаешь? Нет, такого не будет. Если ты ворчание отправляешь, ты получишь удел, ветер ворчание, негодование. Если ты отправляешь клевету, ты получишь интриги, сплетни. Если ты отправляешь а, гадости наружу, если ты отправляешь из своей жизни гадости, ты получишь этот закон зеркала. Действует, дорогие мои. Научитесь то, что вы хотите переживать на своей жизни. Отправляйте наружу. Это принцип успеха. Если ты хочешь получить... Благословение благословляй. Если ты хочешь получить поддержку, поддерживай. Если ты хочешь получить, иметь, чтобы кто-то участвовал в твоей жизни, участвуй в других жизнях. Если ты заинтересован в том, чтобы продвигать, продвигали тебя, продвигай других людей. Проталкивай их, помогай им. Это закон, ты отражаешь то, что ты отправляешь. Твоя жизнь это отражение твоего естества. Если вокруг тебя недовольные рожи, то значит, да, это именно это и значит. Если вокруг тебя благодарные лица, это значит, да, это именно. Ты, это закон зеркала. Закон зеркала, который, который светит, который излучает. Закон зеркала, который работает в твоей жизни дорогие мои, драгоценные мои, дети Божии, я вас вдохновляю, я вас ободряю. Я вам, я вам говорю вот эти слова с одной целью. Научитесь правильно управлять своей жизнью. Хватит кислить, хватит томить, хватит негодовать, ворчать, клеветать, интриговать. Хватит жадничать, хватит, хватит быть недовольным, хватит быть скупым. Ты получаешь обратно то же самое, что происходит с тобой. Ты рефлектуешь. Абсолютно, ты ты создаешь абсолютный рефлект, отражение. Ты видишь в окружении не людей, а видишь себя. Ты отражаешь себя. Это проверено тысячу раз. Начинайте улыбаться, и вы вокруг увидите улыбающихся людей. Ваша жизнь будет наполнена улыбкой. Вы даже не представляете, как моя жизнь наполнена улыбкой. Вы даже не представляете, как много радости, как много, как много улыбающихся людей я встречаю постоянно. Почему? Не знаю, вот как-то думаю, что мне все улыбаются? Все ходят и улыбаются. На улице проходят, говорят, э -э -э", соседи улыбаются, знакомые улыбаются. Все улыбаются, все улыбаются. Дорогие мои, когда мы говорим с вами о улыбке, это позиция, это позиция христианина. Распространять свет, жизнь, улыбку распространяйте улыбку. Если вы будете распространять улыбку, тогда вы обнаружите, тогда вы обнаружите, что вся ваша жизнь будет наполнена светом, любовью, благословениями. Вы обнаружите, что вокруг вас все будет. Распространяйте благословение. Почему милосердие? Посмотрите, как мы читали сейчас. А, притча 11.17. Еще раз, притча 11.17. Человек милосердный благотворит своей души. -тише. Аллилуйя! Человек милосердный себе помогает, себе помогает. Человек милосердный себе помогает. Дорогие мои, вот, вот, вот просто я вас вдохновляю. Так, сейчас там я проверю, что пишут люди на интернете. А, просто видите, как у меня параллельно люди подтверждают. Виталий Состаны пишет: Точно! Яна из Москвы. А, Тебе, Максим, невозможно не улыбаться. <с> Александр из Иркутска, всегда радуйтесь. Татьяна из Риги. Еще как закон зеркала действует всегда, во всяком случае, в моей жизни. Слава из сарани Аминь, говорит, Татьяна а, улыбается. А, Виталий состаны, это точно. А, Александр из говорит, хороший закон. Андрей Ильяшко, Шахназай Замана, мир вам говорит, аминь, аминь. Дорогие мои, закон зеркала в действительности работающий, работающий реальный закон. Поверьте мне, все вашей жизни ⁇ это всего лишь отражение вас. Если вам не нравится, что вокруг вас происходит, дорогие мои, нужно поменять себя. Поменяйте себя, и вы увидите, как изменится весь мир. Он поменяет цвета. Это один из законов успеха, закон зеркала. Понимая закон зеркала, вы получаете благословение в свою жизнь, излучаете свет, служите, благотворите. Говорите хорошо. Многие люди говорят гадости в надежде, что в их эфир наполнится благословениями. Нет, если ты говоришь гадости, твой, в твою жизнь будут идти гадости сплошным потоком, паровоз с некончающимися вагонами. Если ты говоришь благословения, в твою жизнь будут идти сплошной поток благословения Он будет идти в твою жизнь, он будет идти каждый день на тебя. Он ну, просто это, это работает, Я, мои, по крайней мере, в моей жизни. Работает поток благословений, будет идти полным-полным ходом. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Я ободряю вас, вдохновляю вас. Я говорю благословение над вами. Опять распространяю благословение. Я, если что-то делаю, то делаю от сердца. Делаю от сердца. Сегодня я пойду на пасеку, помогать одному брату. Здесь он работает, трудится. И знаете, у меня даже специальный костюм есть для пасеки. И я вдруг подумал, что быть пасечником это так хорошо. Помимо того, что у меня в Казахстане еще есть пасека. Но когда я говорю о пасеке, это, это труд, труд. Я когда пришел, вы знаете, когда ты с пасекой работаешь с пчелами, это вот, это как бы взаимоотношения. Я когда сел на лошадь первый раз, я думал, как это вот ездить на ней? А где тут, говорю, первая скорость включается? В фильмах так легко. И вы знаете, оказывается, с лошадью нужно взаимоотношения. Она должна понимать твои команды. Она должна понимать, что ты хочешь. Она должна направлять свои ноги, куда ты хочешь. И это взаимоотношение. Если она тебя не, не, не слушает, она тебя не будет слушать. Это взаимоотношения с пчелами. Тоже взаимоотношения с пчелами. А, Вы вот знаете, я говорил с пастором здесь, Володя Лешевский, пасечник, и он говорит: о, говорит, если пчелка меня ужалит, я говорю, спасибо тебе большое. Я говорю, ну как она ж тебя ужалила? Он говорит, ну ничего страшного. Я говорю, ну как ничего страшного? Ты же тебе больно. Он говорит, ну, знаешь, говорит, я благодарю. И, и пчелы мне в ответ дают мед. Когда мы смотрим на мир, наш мир наполнен, вот послушайте, наш мир наполнен, наполнен радостями, наполнен благодатью, наполнен жизнью. Если мы запускаем туда жизнь, благодарите, благословляйте. А зачем я это делаю? Зачем это мне нужно? Зачем я кому-то помогаю? Зачем я кого-то учу? Зачем? Потому что мне, мне а, хочется, чтобы это вышло, я... Всегда вижу это возврат. Всегда. Меня, спра... меня многие удивляются, почему так много людей тебе помогает. Почему так много? Мы где-то посмотрели, у нас около 15 тысяч человек за 5 лет а, поддержало хотя бы один раз. Вы знаете, 15 тысяч человек сделали свое приношение, пожертвование или еще что-то. Ну, кто-то один раз, кто-то регулярно, у меня есть регулярные партнеры. И я так благодарен Богу за каждого из этих людей, молюсь за этих людей и понимаю, что на мне ответственность благодарить, благословлять Бога и людей, молиться за людей, на мне ответственность проповедовать Евангелие, на мне ответственность служить, на мне ответственность делать дела Божии, на мне ответственность быть верным домостроителем, на мне ответственность. Перед, каждым, перед каждой бабушкой, которая жертвует 10 рублей. Перед каждым бизнесменом, который сделает хорошее пожертвование. У меня ответственность служить, любить, благословлять и продолжать делать Божье дело до конца. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные. Благотворительная душа будет насыщена. Давайте еще одно место откроем. У нас эфир идет. Чтущий же его притчи... 14 глава, 31 стих. Откройте, притча 14.31. Пока вы открываете, я возьму кружечку кофе. Некоторые вас обеспокоены, что я пью кофе, но мне оно нравится. У нас сейчас утро раннее, поэтому ну, не совсем раннее, но все равно утро. Кто теснит бедного, тот хулит творца его, а чтущий же его благотворит нуждающимся. Вы знаете, если вы чтите Бога, вы благотворите нуждающимся. Так такое, такое писание. Тот, кто чтит Творца, помогает, участвует. Аллилуйя. Идем дальше. Новый Завет. Откройте второе послание Петра. Второе послание Петра. Это сразу же после Евангелия в Новом Завете. Второе послание Петра. Первая глава с пятого стиха будем читать. Будем читать три стиха. Откройте, пожалуйста. Это потрясающее место. То вы, предлагая к всему старанию, покажите вашей вере, вере вашей, добродетель. Вере, нужно показать добродетель. Я покажу свою веру. Алло, алло. Что ты покажешь? Перья, перья сыплются, перья сыплются. Какие перья? Я вере показываю перья. Не перья. Вере покажите. Добродетель. Будь добродетельным. Покажите вашей вере добродетель. Вот что Писание призывает. Но дальше в добродетели рассудительность. Опять не нужно, дай мне денег, я пить водку хочу. Добродетель должна быть рассудительна. Когда ко мне подошел один человек в столовой и говорит, я кушать хочу, дай денег. Я говорю, хорошо. Я беру поднос, даю ему в руки, говорю, я тебя накормлю. Он говорит, что ты мне еду купишь, зачем мне еда нужна? Денег дай. Я говорю, о, так ты кушать хочешь или тебе деньги надо? А он говорит, кавое какое дело, дай денег. Я понял, что у этого человека другая цель. Он не хочет кушать. Я говорю: друг, я тебя накормлю. Если ты не хочешь, чтобы я тебя накормил, иди дальше. Я тебя хочу накормить. Если ты сытый, то тогда зачем ты подходишь ко мне? Вы знаете, многие люди они, они хотят, чтобы дали им деньги, чтобы удовлетворять свои гнусные похоти. Рассудительность. В добродетели покажите рассудительность. Если вас кто-то вынуждает, ну пожалуйста, ты должен мне помочь, ты должен мне помочь, это не в добродетель, это, это наказание, это, это мучение. В этом не будет никогда радости. В добродетели покажите рассудительность. Шестой стих. А в рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестии в братолюбие, в братолюбии любовь. Аминь. Итак, вере, покажите, добродетель. Аллилуйя! Притча, 3 глава, 27 стих. Мы движемся к концу. У нас как-то вот эти три дня вышли о милосердии и благотворительности. Но я хочу, чтобы вы, мы говорим о законах успешной христианской жизни. Итак, идем дальше. Притча, 3 глава, 27 стих. Открыли. Притча 3, 27. Не оказывай в благодеянии нуждающимся когда рука твоя в силе сделать Его. Не отказывай. Посмотрите, это притча 3 глава, начало притч, не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать Его. Идем дальше. Не говори другу твоему. А, ну, давай так, приди завтра. Завтра я, наверное, пожертвую на камеру. Ой, завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Очень четко. Вот этот, вот этот очень четкий принцип, четкий принцип. Не от оказывай внимание, поддержи. Конечно же, нужно с рассуждительностью рассуждать. Когда кто-то говорит: "Дай мне все твои деньги", это это хамло. Когда мы говорим о Нуждающимся, нуждающийся человек никогда так не сделает Нуждающийся будет благодарен каждому И откройте Луки шестую главу Луки шестую Главу 31 стих Откройте Луки 6 глава, 31 стих Евангелие это Луки 6 глава И мы будем заканчивать на этом месте Писания. Я верю, что вы получаете благословение О, Какое благословение Мы имеем во Христе Иисусе Луки 6 глава, 30 стих 31, извините. 31 стих. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, закон зеркала, так и вы поступаете с ними. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте с ними. Следующий стих. Если любите любящих вас, какая в этом благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Любящих их любят. Аминь. Тридцати если, семь. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, ну что, вот это, это башна баш. какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают? И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, Какая зато благодарность, ибо и грешники дают займы, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, и не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо благ, он благ, к ибо он благ книг благодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как отец ваш милосерд. Аминь. В хорошее, хорошее состояние. Будьте, как отец ваш. Отец ваш милосердный. Будьте милосердны. Дорогие мои, мы сегодня с вами затронули важную тему. Мы продолжили говорить о милосердии и о законе зеркала. Вы хотите, все, что вы хотите переживать, знаете, когда вы к своим родителям относитесь без уважения, без почтения. Вы знаете, что будете, вы пожнете. Вы пожнете то же самое в своей жизни. К вам дети будут относиться без уважения, без почтения. Они будут унижать вас и принижать вас. Если вы относитесь к своим родителям с почтением, если вы относитесь с благодарностью, к вам будут относиться. Это закон зеркала. Закон зеркала, который, который работает. Все, что ты делаешь, знаете, я знаю, слышал один старый украинский стих про семью, где дедушка состарился, и а, ему уже жить негде было. И а, он жил в сарае а, на Синовале. Он там спал, жил. И пришли холода. И мальчику мама сказала: Ну смотри, дедушки замерзает, и дед неси ему покрывало. Мальчик взял и понес покрывало но взял ножницы и разрезал его пополам. Разрезал покрывало. Мама говорит, что ты сделал, негодник? Что ты натворил? Ты дедушку не любишь. Он говорит, нет, говорит, половину одеяла я дедушке отнес, а вторую половину оставил вам. Когда вы состаритесь и будете у меня на сеновале жить, я вам принесу вторую половину, чтобы вам было тепло на сене. Вы знаете, вот этот закон, я не смогу этот стих повторить, я не знаю этот стих, но я помню этот стих, это просто серьезное впечатление. То, что ты сеешь, то и пожнешь. Поселил родителей на сеновале, не общаешься с родителями, ты пожнешь. Одиночестве, и будешь на сеновале, и никто с тобой общаться не будет. Если ты чтишь старцев, тебя будут чтить. Это законы, люди, это законы. Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с другими. Как вы хотите, чтобы к вам относились, так и вы относитесь с другим. Аминь. Вы, вы ловите что-то. Я сейчас прочитаю, что там пишут люди. А, так, Александр из Иркутска говорит, аминь. А, ой, сколько много здесь много. Лариса, Гларус, да благословит а, Бог наших детей. Инесса uh, из Бишкуля говорит Аминь, усть Аминь, Аминь все Аминь говорят, Кировоград Рига, Оман все говорят Аминь слава uh, uh, Богу, никто ничего не пишет uh, <laughs> спасибо Богу, Степан Максим ты наша улыбка и позитив Аминь, Татьяна, пусть Бог благословит Москва, Григорьевск, пускай uh, Бог и вас благословит Люби Людмила из Омска, спасибо пастор, очень нужное слово для меня особенно Пускай Людочка вас благословит Бог Люда Лукьянова, благословляю вас, Веска. Я люблю улыбаться из Болгарии. Пусть Бог благословит вас. Аминь, аминь, аминь. Ну что ж, спасибо за все ваши комментарии, за все ваши. А, с детства родители учили почитать старцев. Аминь, Татьяна. И здесь очень важный момент, чтобы мы не только нас учили, но чтобы мы почитали старцев. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. У нас последние минуты эфира. Я хочу помолиться за вас. Вы не против, дорогие мои? Пусть Бог благословит вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да направит вас Господь. Да поддержит вас Господь. Да укрепит вас Господь во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да направит вас, да поддержит вас, да укрепит вас, да даст разумение. Да научит вас Господь светить всегда любовью Божией, быть примером Господь, благослови этих драгоценных людей, кто сейчас меня смотрит. Я благословляю Господь, благословляю этих драгоценных людей. Господь, благослови, благослови в Омске и в Лондоне, благослови в Казахстане, в России, в Украине, благослови в Греции, благослови в Армении все, кто смотрит, в Омании благослови. Господь, благослови моих друзей по всему миру. В Болгарии благослови. Во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение, благословение в Латвии, во имя Иисуса Христа. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да соделает свою работу в вашей жизни, да и зальет от Духа Своего на вас во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все дружно скажем. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы с вами встречаемся каждый день. Вы знаете, для меня это как уже рабочий день. Я утром соскакиваю, бегу сюда, делаем эфир. Для нас это труд, труд для Господа. Мы трудимся, чтобы вы получали благословение. Вы знаете, я тружусь, чтобы, чтобы вы в вашей жизни менялись. Я надеюсь, что это не бесполезный труд. Надеюсь, что это не даром все. Каждый день встречаться, молиться и сеять Слово. Пусть Бог благословит вас. У меня последняя минута, я хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержит нас. Если у вас есть желание поддержать нас десятинными приношениями, пусть Бог благословит вас. Скоро Пасха, и у нас будет особенное приношение. Если у вас есть желание, пускай Бог благословит. Я благословляю вас, благодарю за партнерство, за участие. Если хотите нам помочь приобрести камеру, Сделайте это, пройдите на этот сайт, который сейчас в эфире вы увидите, пройдите на наш сайт, и вы можете там нас поддержать. И это, это, это очень важно, чтобы вы сделали это. Почему? У нас будет еще одна камера. Там есть видео на этом сайте, объясняющее, зачем нам нужна эта камера. Она действительно нам нужна. Пусть Бог благословит вас. Я дорожу вами, ценю вас и благословляю. Спасибо вам за активное участие. Спасибо за веру. Спасибо за то, что вы верные труженики, активные участники в деле пробуждения. Благословение вам, хранит вас Господь, участвуйте в Божьих делах. Да пребудет с вами Господь, да направит вас и поддержит. Встретимся завтра. Очень люблю, ценю и благодарю. Благодарю всех людей, которые участвуют, а особенно тех, которые не только словами, но и делами. Всем пока. До завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.